Итак, народ, всем привет! Сегодня у нас распаковочка телефона BlackBerry. Полное его название BlackBerry. Так, одежь название. И мы пропустим. Ну, свистеть нужно. Так, BlackBerry Pearl. А, вон, 9105. Видим Made in Hungary. Хорошо, вот сам телефон лежит в каком-то лоточке. Комплект телефона. У нас тут наушнички. Наушнички обычные. Объем 3,5. Лимит они лежат. Так, с гарнитурой идет у них. Так, зарядочка. Вот зарядочка, USB-шник длинный. Так, еще есть чехол. Типа кожаный. На самом деле не знаю. Кожа же нет. Ну так вот считаем. Так, и сам телефончик. Телефон. Телефон, конечно, шикарно выглядит, вообще. Но вот такая нижняя часть глянцевая, гладкая, полукруглая. Такой выглядит, конечно, отлично. На задней крышке не остаются отпечатки пальцев. Ну да, конечно, можно постараться, но... BlackBerry, как всегда, на высоте. Так. Как управлять. А, вот, клавиша работает еще. Клавиша санкционная, кажется, есть. Фиксируйся. У нас санкционная клавиша работает. Так, где же у нас здесь? Здесь надо бы поменять. Где-то. Так, где же у нас тут язык? Интересно. Так, персональный помощник, например. Причем, все. Ну ладно, с этим я потом разберу, грузу здесь по-любому есть. Вот, ну вот такой вот у нас аппаратик пришел. После работы здесь отдельная кнопка для камеры. Так, вот это войс там какой-то менеджер где-то. А с этой стороны нажимаешь. Вот отдельная кнопочка для камеры есть. Громкости. Ну и все, в принципе, клавиш больше, мне кажется, очень много. Такой вот у нас аппарат вот пришел. Такой вот BlackBerry. Все, обзор закончен. Всем спасибо, пока.